Всем привет, с вами Sunny TV. Хочу поделиться с вами, как программировать LEGOBUS с помощью языка программирования Scratch. Это среда программирования, созданная специально для детей и подростков. Поддержка LEGOBUS в Scratch появилась совсем недавно. Нам потребуется компьютер с установленной Windows 10, Bluetooth адаптер. Я купил на eBay Orico BTi-403. Он стоит около 4 баксов и отлично работает. Драйвера на него установились автоматически от Windows. Дальше нужно установить и запустить Scratch Link. Он нужен для связи с Lego Boost. Весит Scratch совсем немного. И устанавливаем его на Microsoft Store. Нажимаем установить. Он весит, как я говорил, немного, где-то 2 мегабайта. Нажимаем запустить. И снизу появилась еще иконка Scratch Link. Открываем в браузере Scratch. Слева и снизу нажимаем синюю кнопку «Добавить расширение». В конце списка находим Boost и нажимаем. Включаем Boost модуль и нажимаем «Начать поиск». После того, как модуль найдется, нажать «Перейти в редактор». В нем появится раздел блоков Boost. Единственные минусы, что они убрали сенсор дистанции. Но если пользователи будут просить, то обещали подумать, что над возвращением. Ну, на этом все. С вами был Сань ТВ. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.